Vin din Lubrado, Dani, Italia. Bravo, 70 kg, Trinchinet Ștefan, Udei Vasile. Se pregătesc Alexenko, Igor, Igor Sumeu, Cucini Vasile, Italia. Борщ Каталин Крикова, есть? Тринкинет Ștefan, Udei Vasile, La Saldea. Стоп, арбитр, стоп, стоп, стоп. Мой актив, мой актив. Почему? Сейчас я тебе объясню. Да, я понял. Сейчас. Угу. Посмотрим. Это удар. Бабушка ударила, я ударил. Она снимает хорошо, но это когда для экрана. Все вот сейчас будет как аппарат. 2000 стоит. Самый, что мы поновее этого. Хорошие это 1000. Виктор и технику ценим Марко Лауренцио. Скорый момент. 0-8. Косо Рани, Италия. Батренча. Кривлен. Батренча, Кривлен. Гологан Савицкий, все приготовьтесь. Латыш, Энвизи, Тринкинет, Ștefan. La Saltea sunt invitați Alexenko Igor Chișinău, Bucini Vasile, Italia. Bolinangolo
Рошу. Командує син Рошу. Італянець синій. Италія. Патринча, хай! Хай, Патринча! Хай, Молдова! Молдова! Оп, оп! На сапя суки вітаць. Катавейки Николаї. Маху Александру. Все привітець. Андрюшка Павел. Антонюк Андрей. Пацаны, ну, Валентин, Валентин, покричите, что вы сидите. Валентин! 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 Вышел, вышел, вышел! Хорошо, хорошо, бороться, бороться. Хорошо, еще мальчик, уйдите. Два минут. А какой счет? А ну спроси. Счет какой? Кто ведет? А, пацаны, давайте, давайте, покричите. Валентин! 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 Что вы там сидите? Валентин! Валентин! Так, теки здесь лазеру Кацавейку не желаю хрюнить. Ласавтя сутин Кац Андрюшка Павел, Антонюк Андрей. Все приветствия с Марко и он, Морарио. Давай, 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 работай! Давай, Валентин! Дожрать! Пошел, пошел, пошел! Активность, активность! Хорошо, молодец! Нет, нет! Скоро двое, а вон он венже! Косо! Рани! Андрюшка Антонюк Ласавдя. Марку Морарс пригодец. Вологан Кристи, Савийский Стас. Видите, Вологан Савийский. Покричали бы, выиграли бы. Кто выиграл? Итальяне. Хорошо, но лучше подумать. Бутылками забросали. Это и правда. Сейчас. Пока нет, но сейчас будет, скоро будет. Сейчас
O prezentarea luptătorul Andreea Soroșu primește avertimentul pentru zapăzit. Atenție, luptători, reprezentanții echipelor, cine a terminat lupta cercul 2, se duc să iau masa. Кто закончил второй круг бороса, идут на обед. Энвиге Савицкий. Ботнару Марку Василе. Ботнару Марку Василе. Стоп. Ботнару Крикова Марку Василе. Все приготовьтесь, кто за 7 килограмме. Цуркан Мариус Криулен, Доминика Давид Крикова. Кто за 7 килограмме? Цуркан Мариус, Доминика Давид. Подожди, Дон Василий. Ты шел тямат, все твоя мама. Дон Василий. Подожди, формация. Вот боец. А с этих раз поворот как можно закинуть это? Шиг его так. Цуркан Мариус, Доминика Давид, дом за 70 килограмм. Приготовьте вы. Виктория Техника в цене Марко Василий. Привет во чемпионат Европеан Интри Кадец. Цуркан Мариус, Доминика Давид. Субтитры сделал DimaTorzok.
scorul de 1-4 învinge Antoniuc Andrei Ternupu. Marco Ion, Morar Ion, se pregătesc. Găină Dan, Leșel cu Serghei. Învinge Duminică David. Stop, timpul. Duminică David, Cerkes, Vladislav, Maximovka. Duminică David, Cerkes, Maximovka, 25 zicere. Vladislav. Scor de 10-0 învinge Marco Ion. Sunt invitați Codreanu Cristin, Leșenco Serghei. Se pregătesc luptătorii categoriei de greutate 30 kg. Faraz Mihai, Kovalski Andrei. Stop, stop, 10-0. Dom Kirilo, pistiuna Capros. În albastru. Stop! Ah.
kg la saltea, cer cu 2. Aici e 3 de tot. Haraz Kowalski. Se pregătesc la saltea ultimul meci. Leca Bogdan, Catroș Cornel. Ultimele două lupte, fete, 54 de kilograme, Dubovka Lilia, Răcunești, Lunga Dana Chișinău, se pregătește, Decusare Amanda Criuleni, Țântaru Valeria Leova. Și ultimul meci am vins, Kowalski Andrei. La saltea se invită Decusar Amanda Criuleni, Țântaru Valeria Leova. Sunt invitați la saltea Leca Bogdan Ciurescu, Caproș Cornel Prico. Leca Bogdan Ciurescu este? Da, da. Давай, какой? Красный. Богдан, репдивай. Репиди. Ну вот так. Еларка. Боковой спирт, да? Виктория Гатушев цени Дюксар Аманда. Порядка слов Дюксар. А вы Лека Марьевди. Вы, так? Вы, брахте вы, брахте, где покупор. Там все? Opriți întâlnirea. La tuș în vizi ca proș Cornel Prigo. Перерывчик небольшой. Все здесь есть.
žinių. Jan kopėjo atenciją. Nemalinėt. Malviuok, baigs, kreisim pačiai. Ja, 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 Ай, мари пидёр. Раде. Алилиере. Греб. Атенция с причентру. Стимат спортив, антренор, понурат ассистенция. Я ты не ожунус. Ладо идите. А турнир интернационал делите либери, крылен. Корейцы воде с фашура. Credem și sperăm permanent. Ei avem ca oaspeți astăzi gazda, unde suntem în caz de față în tabăra de odihnă, este domnul deputat în Parlamentul Republicii Moldova, domnul Ojog Oleg. Cer iertare, domnul Ogor Oleg. Ca oaspeți avem pe doamna președinte al Raionului Crivleni, vicepreședintea Raionului Crivleni, doamna Ala Ungurean. Ne onorat prezența șeful Direcției Educației Raionului Crivleni, domnul Vladimir Soltanici. În fața voastră este un om emerit, antrenor emerit, destinat cu diferite distincții de stat, domnul Nicolae Oriol, care a educat o mare pleiadă de luptători, medaliați la diferite turnee internaționale, campionate mondiale și europene. Îl avem ca oaspete pe domnul Nicolae Ceban, care a participat la 3 ediții a Jocurilor Olimpice. La fel ca oaspete îl avem pe Andrei Perteliță, multiplu medaliat la campionatele europene. Și desigur, oaspeții care au fost organizatori acestui turneu. Domnul Ceban Iulian, directorul școlii sportive Crivleni. Domnul Iaroslav Țurcanu, șef secției studii, vicedirector, în cazul de față, arbitru principal al acestui turneu. Și ca secretar acest turneu îl avem pe domnul Maxim Vilcă. Un mesaj de salut vine în fața dumneavoastră domnul deputat Ogor Oleg. Se oferă doamnei vicepreședinte a Raionului Crivleni, doamnei Ala Ungurean. Bună ziua tuturor și bine ați venit la cea de-a doua ediție a turneului internațional la lupte libere. Ne bucură faptul că în acest an sunt mai mulți participanți și de asemenea ne bucură că vom avea o generație tânără cu o minte sănătoasă, rezistență și cu forță
De asemenea, vreau să să aduc mulțumiri în numele Consiliului Raional tuturor organizatorilor a acestui turneu, în deosebi domnului Oleg Ogor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pentru că dumnealui este cel care a venit cu inițiativa de a organiza și a desfășura acest turneu și evident că Consiliul Raional Criuleni a susținut inițiativa și va susține și în continuare astfel de inițiative, pentru că prin astfel de turnee, deci contribuim la promovarea unui mod sănătos de viață, la dezvoltarea relațiilor de prietenie și promovarea tinerilor sportivi. Mulțumim tuturor organizatorilor, Direcției Educației Criuleni, Școlii Sportive Criuleni, antrenorilor, inclusiv chiar și părinților și participanților. Și vă doresc să aveți competiții spectaculoase și tradițional să câștige cel mai bun. Vă mulțumim. Și cu un mesaj de salut este invitat în fața dumneavoastră domnul Vladimir Soltanici, șeful Direcției Educației Criuleni. Stimați oameni, dragi elevi, vă zic o bună ziua la noi aici la Criuleni. Cineva poate că a mai fost, pentru cineva este prima dată. Uitați ce loc pitoresc este aici la dumneavoastră. Ce copii frumoși sunt. Mă închipă că rezultatele să fie pe măsura așteptărilor. Vreau și la rândul nostru să vă felicit cu această sărbătoare. Cultura unui sistem este determinată de tradiții. Ceea ce facem noi astăzi, sper eu că deja va deveni o tradiție, pentru că suntem la a doua ediție acestui campionat. Pe an pe an el se lărgește, vin noi sportivi și cred eu că dintre voi sunt viitori campioni, nu numai a țării, dar și respectiv poate că și mondial. Nu rămân decât să aduc și eu sinceri mulțumiri gazdei care mi-au oferit acest prilej de a ne întâlni pe acest loc minunat, pitoresc, domnului Ogor și Consiliul Raional Criuleni, care într-adevăr a dezvoltat această inițiativă și a adus-o până la un campion de talie internațională, națională până ce, sper eu să devină și internațională și să aduc mulțumiri celor care într-adevăr sunt implicați în acest turneu, e vorba de antrenori, e vorba de cei arbitri care vor fi și să doresc succes la fiecare dintre voi, pentru că sunt sigur că fiecare meritați ca să fiți pe podium. Cu toate că va dărui cel mai puternic, dar știu că rezervele voastre sunt destul de mari și chiar dacă nu azi, pe viitor, numai decât voi veți fi câștigători sau învingători pe acest podium. Vă mulțumesc încă o dată pentru acest prilej oferit de a fi împreună cu voi aici, vă doresc succese și la mai mult și la mai mare. Stimați oaspeți, vrem să aducem mulțumiri echipei care ne-a onorat cu prezența, echipei din Italia, vă rog aplauze pentru echipa, și echipa din Ucraina, Ternopol, din nou aplauze. Și un mesaj de salut vine în fața voastră, multiplu campion național la lupte liberi și MMA, domnul Igor Nencione, Italia. Buonasera a tutti, volevo ringraziare dell'invito alla città di Criuleni e l'amico Ruslan, è tutto molto bello all'insegna della lotta. Spero di avere Ruslan ospite a Livorno quando farò io il torneo. Grazie. Dumnealui s-a salutat. V-a spus sincere mulțumiri lui prietenii lui care l-au invitat în coașă. E foarte mulțumit că copiii lui fac așa sport și se întâlnește cu dumneavoastră. Și iarna el pe data de 2 decembrie petrece turneul în orașul lui la Livorno, lângă Firenze. Și vă așteaptă și pe voi, antrenorii care deja le-au dat regulamentele. Mulțumim! Grazie.
Atenție, copii! Aripă ce stângă împrejur, întoarce-mi încolo. Stângă împrejur, toți se întorc față încolo. Aripă asta la stângă. Pentru a onora imnul și drapelul Republicii Moldova, aliniere la drapel. Sus tot! Stimați sportivi, antrenori, onorată asistență, organizatorii acestui turneu, încă niște diplome, decernează pentru contribuții, pentru promovarea și dezvoltarea luptelor libere și sportului în ansamblu. Este invitat directorul școlii pentru a decerna aceste diplome. Domnul Nicolae Oriol, antrenor emerit al Republicii Moldova. Domnul Ogor Oleg, doamna Ungureanu Ala, domnul Nicolae Cioban, pentru promovarea sportului în Republica Moldova, îndeosebi a luptelor libere. Ia întreabă, are marșul ori nu? Domnul și domnul Vladimir Soltani. În atenția participanților, îndată după încheierea festivității de inaugurare, noi începem luptele cercul 3. Și din nou este invitat antrenorul lotului, domnul Nicione Igor, Italia. Stimați sportivi, antrenori, arbitri, domnul deputat Ogor Oleg vine cu un premiu special pentru pehlivanul luptelor, domnul Ariol Nicolae. Un premiu special din partea raionului Creuleni. Vă mulțumim! Și dacă mai sunt sponsori, vă rugăm să vă apropiați de noi. Noi avem necesitatea voastră.
Vrem ca să vă simțim că sunteți alături, dar în deseori vă mulțumim foarte frumos pentru ceea ce ne-ați acordat până acum. Și vă dorim și vouă mult sănătate și să aveți cât mai mult să puteți să ne acordați ajutor și nouă. Poftim, domnule! Atenție! Copii, atenție acolo, am spus! La dreapta! Da! Umar să le mergem! Începem competiția. Începând conform programului, ne-am cercul 3 desfășurăm. Până la finaliști, repesajul tot astăzi, mâine rămâne, am înțeles, numai finalele. Gabriel, Криулен, Марин Каталин, Крикова. Все приготовьтесь. Старшевский Леонид, Симон Максим. Симон Максим. Бубок Габриел Глюден. Есть имитат на Салтеобе. Дрес Рошу. Марин Каталин, дрес Альбаксы. Категории видов детского грани. Райлян Доминик, окей? Да. Васила Кидан, Криолин. Внимание. Арбитр, вы можете спросить вас, да? Редко бы ешь. Я не знаю, что это за человек.
Боец. Ушел отсюда. Снимает. Здесь ты лежишь. Вон туда, с той стороны. Asta saltea din nou, sunt invitat luptătorii categoriei de greutate, 29 kg, o pătrime finală. Boboc Gabriel, Glodin, Marin Cătălin Fricova. Se servesc meciul, arbitrul categoriei națională, domnul Anatolie Raievski. Asta, judecător, domnul Sclifos. Arbitrul categoriei națională. Привет. Леонид Сираскол, Симон Максим Крюне, все приветес, Кирилов Сергей Крикова, Андреевский Григорий Черевский. Максим, привет! Расалтя субдивитас Кириллов Сергей Крикова, Андреевский Григорий Черевский. Все приготовились. Костер Андрей Стефан Лобов, Виктор Кишнов.
Я хотел объяснить, прикатить. Василаки, Влад Киулин, Вести и он Киулин. Секретарь техники здесь Сергей Кириллов. Секретарь техника Амбиенс. Василий Кидан Крюлей. Что? Все отлично. Костерик Андрей, Стефан Вода, вдовый Виктор Кшина. Сопредепесник по первой категории «Вигриотать» 46 килограмме. Санду Александру, Крюлей, Балан Сурин, Терецко. Васлатяси Мита, Василаки Влад, Криулей, Гуртил и он, Криулей. Сопредепесник категории «Бетон» 20 килограмм. Брага, Раду, Сурьеску, Унтур, Александру, Яловин, Цыпа, Еремей, Рекулеш, Думенико, Влад, Давид, Крикова. Василаки, Влад, Криулин, Герчил, Ион, Криулин. Стоп!
счет 4-5 техники МВД в долгий Виктор. Группа категории «Доу» 10 килограммов, сопрягатив категории «Доу» 10 килограммов. Брага Раду Череску, Унтур Александру, Яловин, Цыпа Еремин, Крюлень, Доминика Давид, Крико. 45 килограммов. Одоїми до фіналу. Санду Александру, Балан Сирин. Феєрару Сергію, Халпе Александру. Балан Сирин. Ласалка є інвесат Черешку. Латуша на вес, Герчил и он Крюлень. Категория дедо до 7 килограмм. Семифинальный. Брага Раду Череску, Онтур Александру Яловень. Все прикатест. Цыпа Еремей Крюлень, Доминика Давид Крико. Саутя, Тенвинзи, Балан, Сорин, Теско. Сунт инвитац, Флирару, Серджио, Стефан Воде, Талто, Александру, Крикова. 42 килограмми с приготовки. Черненко, Владимир, Стечен, Бистрицкий, Николай, Крюлень. Самому на тряпочку.
La 13, alte se va lupta pentru locul 3. Am învins Dragan Radu Ciurescu. Pregătesc Floce Andrei, Dezin Serge. După categoria de 25 kg se pregătesc categoria de 34 kg. Verdi Nistor, Chișinău, Găină, Ianiș, Fricova, Dragoman Victor Criulei, Solomon Nazar, Ribnița. Opriți întâlnirea, la pus, învinge, Bistrițchi Nicolae, trebuie. Așa, Категория де 34 до Верди Нитов, Кишинел, Заилин Ганиш, Ты приготовь, Драгоман Виктор Кривенен, Соломон Назар, Рыбница. Все победи? Ну. Пойдет? На салте сутеритац, Флоча Андрей Безин Сергей.
Все пригодятся. Маринеску Никита, Урсу Руслан. Маринеску Никита, Урсу Руслан. Все пригодятся. Стрембяну Максим, Владимир, Стенгу Дмитру Лева. Вокруг руки! Вокруг руки! Вокруг руки!
Corul este 6-1. Opriți întâlnirea. La tot învinge Marinescu Nikita. Рыбница. Или 6-3, или 6-2. Вот там лежал по пасному положению. Да, по пасному положению. Суть имитации. Стромбяна Максим Глебен, стынга Дмитрия Лева. Се приготесли потери, потверили гретат 40 килограмми в одеиме до финала. Янчлов Егор Тираспол. Чудаевский, Сергей, Тернополь, Украина. Приготовить. Скоро техник, как всегда, Драгоман. Юлия. Центральная Латус Энвинджи Стинга Дмитра. Лосалкия Семит, Кириллов Нело, Триулей, Чеснов Бут, Артем Тернополь, все приготец, Данутси Сержи, Триулей, Тигел Габриел, окей. Паза шоп в килограмме, суть имитации. Энолов Егор Тираспол, Чудаевский Сергей Тернополь. С кем для арбитрии? Подсевальников на ковер. Судомно Склифос, забегатор. Дома Склифос. Кириллов, Нелу, Криолянин, Тесногут, Артем, Украина. А он там. Жудикатор. Тесногут, Артем, Тернополь. Вот.
тут улыбки. Сколько? Сейчас там нормально. Латенке, Энвинзе, Чудоевский, Сергей, Тернополь. Сунтилитац, Кириллов, Константин, Либрано, Дани, Италия. Все приготовки в этой категории результат 70 кг. Челик Виктор Стефан Водя, Тринтинец Стефан Шинов. Вот
Разрешаю. Десять секунд. Счет. Со счетом 11-9 выиграл Кристалбут Артем, Украина. Вот снова. Да, Миша. Да, у Петренца в двух пунктах я наложу. Категория 1-2 килограмме. Гордей Борис, Стратулат Николай Крюлин. Гордей Борис Лёва, Стратулат Николай Крюлин. Au rămas 30 secunde, scor la moment 2-6. Ușor. Первый момент, патрон лошадца. Фотографии так себе не берешь. Не надо лежу спать уходу. Потом лежу и слышу. Который на тендру. Красиво. Вот это. Вот скажите, почему вчера вечером кто-то? Ну как? Пришли. Пришли спать. На свою кровь. Я им сказал, да, ну хорошо, ну скажите, кто причинил это? Я? Беседы вели. Запрос пристрастия. Кто его написал? То, что мне было. Категория должен сделать килограмма. Николай. Николай. Заходи, заходи назад, заходи назад. Заходи назад. А и Мишка, дай такой же двухпункт, Олег, Олег! Двухпункты, да. Армаз 30 секунд, скоро на момент шасы. Все приготовьте себе карьеру. Стоп!
și scorul de 8 la 7 învinge Cirilul Constantin. Trebuie. La 5 învinge Stratula Nicolae Cirilului. Categoria 22 de Cirilului. Secrierul Cârbet. La saltea sunt invitați lucrătorii categorii de rotat 70 kg. Cel de Victor Stefan Vodă, trimiteți. Urmați divins, este priulit. La Салтела бесе приготовить Лысенко Дурин, Алексеенко Егор. Din nou la Салтея есть имитат Принкинец Штефан. Где этот Тринкинец? Он ходил? Ходит где-то? Нет его? Дома? Итальянец. Латушин, Виджик, Кирдац, Крилей. Поймал он, один пухлый поймал другого пухлого. Категория 53 кг. Сейвита Барку. Лаурент Косло. Назад. Косло раз, Италия, сидите в сайте. Стоп. Ла Салтян винзит Принкинец Штефан. Латыш. За приготовьте советский Барку Василий. Лисенко Дорин, Алексеенко Егор. La Салтея sunt invitați. Se pregătesc lucrătorii categoriei de greutate 60 kg, găime de finală. Cața Veche Nicolae, Antonet Andrei, Ternopol. Что ты бошку суешь куда-то? Да, Борис, что ты на судью смотришь?
пошел, пошел, заходи. Ну еще один накат. Потому что тащит туда, а на него идти. Алексеенко Егор. Шайзи килограмм вас алтя. Кацарейки Николай Антонюк Андрей. Все прилетят с Марку Ион, Лешенко Сергей. Thank you.
Так это вот салуп ты мою. Что за финала? А что вы ставите? Он портит схватки. Он на республике портит, и тут у вас портит. Скинь, это кик. Я не могу, я судья, я не могу. Репейдж, вон там есть. Скиньте репейдж, если что. Хотя бы ну уже поставить. Туше поднимает один, второй и все. Не понял. Чтобы я не начал взвешивать, у него 60 килограмм. Ты иди взвешивай, что мне это. Мартин Лещенко Сергей. Я пишу, который один результат 30 килограмме. Уже поезд ушел. Ковальский Андрей Черескин. Надо было сразу бросать, сейчас уже ушел поезд. Владимир. Капров Корнел Крикова. Панаите Давид Юлин. Два примери пізі скорої патру латрин. Сингур.
8-0. Лежишь там до конца? Центру. Так. Выйди в виде Дарку Василия. Категория 64 килограмма. Конституция видит. Нет. Бекусана, Бэда, Дубовка. Приготовься. Болевой, застойте. Скоро Зечи Лазеру, Винди Марку Ио. 65 килограмм. Константинова, Зейди Пиксалте. Не прикрепишь. Андрей, болевой, застойте. Вентилитац. Ковальский Андрей, Кутер Кристиан. Все приготовились. Капрос Корнел, Панфилий Давид. Куда сидел бы? Категория 64 килограмма третий. Константинова Сергей Писалке. Кружечку, пару кружечек, это так хорошо, потом попарился, поплавал. Ноль. Ты что, Клево! Клево! Ты сняла там? Иди сюда. Стоп! Шапизарел! Зечи зеро. Вырезано. Ковальский Андрей. Через. Категория до 10 килограмм. Василаки Дан, Василаки Влад, все виды в Салтя. Капрош Корнел Крикова, Панфили Давид, Триулей. Все приготовились подбирать грета до 8 килограмма. Марин Каталин Крикова, Семен Максим Триулей. Кирилл Сергей Крикова, Рудовый Виктор Шинов. Все приготовились, Дмитрий Раилян. Красиво только сделано, со всех сторон. Ты еще больше, не проиграл,
средства. Хорошо, вы не все проиграл, потому что все это. Вы можете проиграть. Скоро на момент часа воды. Латуша, Арбис, насылай кидать. Где же убежали? Давайте дальше. Стоп!
Лапенки, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 5, 6, 19. După categoria de 20 kg, categoria de 34 kg. Берги, Нистор, Кишинев, Драгоман, Виктор, Кривлень. Тиснобут, Артем, Тернополь, Тануци, Серджио, Кривлень. Не тянут резину сюда, тянут, блин. Выходит вот, видишь, это вышел, мало еще. А вот он. Выходи, что кричишь? Что кричишь? Иди бороться. Вот так. 60 килограмм. Чего не пускаете? Пускай идет на ковер. Ждут его. До 8 кг. Маринка Талин, Симон Максим. Кирилл Сергеев, Дови Виктор. Кирилл Сергеев, Вдовий Виктор. Все приготовились в которой категории в результате 42 кг. Быстрицкий Николай, Флоча Андрей. Вот где? Значит, с нашими не уйдет тебе. А я вон иди там попасть, там же купаются. А я знаю. А что значит? Сама иди. Только переоденься. Давай. Ты сделала все? Латерал, латерал. Стой. Атен, фаца, атен, ну ты радикал брус. Латерал, ин сту. Радикал брат, стой. Быстрецкий Николай, Флоча Андрей. Все приготовились Маринеску Никита. Стингу Дмитру. Все приготовились Флоч Михай, Туркан Кристи. Туркан Бариус. Черкес Владислав. Вообще. Он не останавливается.
Не трогай там ничего, алло. Девочка, уйди оттуда, уйди. Тише. Да, она закрывает камеру. Да, вот та работает, это нет. Все равно, не надо трогать. Напарник, Стенга Дмитрий, Лева.
Se pregătesc lucrătorii categoriei rotați, 70 kg. Trinchinet Ștefan, Alexicenco, Igor. Categoria 25 kg se invită Knop și Hai Turcadu Cristi. Se pregătesc Turcadu Барис. На меня ты? Черкес. Что ты из-за меня не спал? Нас Додик. Я же пришел и сразу упал, правильно? Да, сразу. Свечки, Додик. Не мешал, не разговаривал. Пилон, да? А под пилоткой на собой платочек, она может быть. Додик. Ну, хорошо, нам жарко. Что, у вас пилотки были? Поливаю, когда в поле ходишь, кошки, полчасика ходил фуражки. Нет, извини, фуражки, просто, ну как, на форму. Если поливаю, это пилотки. Бывали на пилотки? Ну, если мы бегали. Но, у нас пилоток не было. Милицейский? Владислав. Кто он с вами? Ну, у нас... Черкес Владислав. У нас была сапоги, туфли. Черкес Владислав, есть и боксировка? Темная. Нет, ну, на поле ходить все. Зеленый? Гимнастерка, в этом... Ну, то же самое, но черный. Таргестап. Но не фураж. То есть, Вам уже вели потом нужно. Правильно, нафиг фуражку. Мне кажется, легче. Мы заходили, когда это самое... Какое-то село, что за войска? Черная форма. Ага. Захотели с автоматом. Я когда вышел в театр, домой, все, документы, вышел в театр. Ну, военные формы, солдаты. Я так спокойно, надо, так надоело эти село. Идет пацаны. Мне кажется, синий ведет. Мне так кажется. Здесь не проигрывает. Нас не было. Латеш Нима Невска Никита, Рейница, Василий Финал. Вот и мы рядом, город пока, Курой. Вот и мы, Россия, вы!
Хватит брать под завтра, бай! Кинец Штефан Алексиченко Егор, СПДПС. Вучи Василий Виталия, Гудей Василий Трули. Ну а что они болят? Потом что еще? Потом уже ты выиграет за первого. С кем? Epicentelerea, Trinchineț, învinge Latuș. Мальчик, в 2006-го? В 2006-го, Гучи Василий Бидей. Все приготовь, который летать 60 килограмм, репесал. Кириак Морис Морарион. Барон, эти водой погрузки должны вот эти. Тоже разные. Ну это вот это, Дальяно. А с кем он большой? Итальянный есть? Ну, ну, там кем он был. Это есть? С кем был? Итальянец? Это все Италия. Изучение итальянцев в Молдавии. У меня будет больше итальянцев в Молдавии, чем в Молдавии. Держи! Рукошей! Рукошей! На живот! Итальянский не знаешь? Подсечка и вот сам. Ложись на животину. Итальяно. Мы бандитом и пиратом, мы плевантом и стрелянтом и закон. Скоро изучи лазеру в виде... Аша, бага, бага, чуали, Аша, цель? Баглер. Батарисы! Денис! Денис! Толик, можно отсюда? Души, души. Ломай руку. Руку. Когда стратулация за Пиксалке? Два тиранда. Леванка. Стоп! Все побежали. Так, техники в виде людей, Василий. Ласалтя супилитат, слептатори категории Риотати, 60 кг, репесаж, Кириак Марис, Морар Ион.
și se pregătesc categoria de greutate 29 kg. Florea Laurențiu Ingheni, Uzun David Cricova. Cârnație Vitor Saltea Stratulat, categoria 20 kg. 20 км? Смена сибирской бригады. Добрый вечер. Не знаю, я говорю, дайте мне посудить регрет. Это итальяне. Ты ему итальяна не дал, он итальяна готовит. И приготовьте категорию 43 кг. Руслан! Сергеев Ботаров. Два самых сильных. Ади! Морар и он. Они не мои. Снимаешь? Снимаешь? Что, это самая центральная встреча? Два кривлянца. Легатору президента Легатору Морат. Винди Кириак Морис. Кириак Морис. Да, здесь 33 подъюния, что ли? Итальяна? Итальяна? Морис? Итальянец. Лептаторий категории дегелтати 42 кг, репте старш. Чеботар Даниэл, Гузин, Сергей. Городу по прямой репризе де патру от шасси. Thank you.
Руслан Сырым. Tehnik önce TV Konstantin Orhe. Patrizeci de kilograme Çibatar Daniel Răculești Buzun Sergio Riuleni. Все приготовились. Болян Ион Орхей, Урсу Руслан Владин. Пане, еще не мир требовало. Не сумеешь повкатить. Туда пару. Да не надо. Там покатается. Там интересно. Категория 33 килограмм. Подними, Толя, подними. Категория 2 Готзару. Ребята, чего там? Ребята, чего там? Стоп. Скорый момент. Зечи Ланова. Ecco Zunai! Zun! Pune sa pierde! Care de bine tirați posibil pe Soltea? La centru. Zotaru. Nicola. Ударов крикова зенит в салфе. Стой! Стоп! 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 Ударов крикова. Анвес Чеботарь Даниил. Ударов Николай зенит в салфе. Категория чистый средний килограмм. Судьи Таста Салфия Болян Ион, Урсу Руслан. Все приготовились к категории 2 килограмме. Репесаж Флория Лауренцио, Старшевский Леонид. Старшевский.
Леонид. Це приготовлення категорії 65 кілограмів фіті. Цицару Лугу, Константинова Дубовка. Положение, но время есть время. И по приборе призы ссоры есть пилот ладони. Все приготовьте категории 15 килограмм. Цицару Лиги, Константинова Дубовка. Выиграл Валян Леон Орфей. Там даже сумки есть. До 100 килограмм репесаж. Флора Лоренцо, старший Мицкий Левит. Туда Константин Андреевский, все приготовились. А если давай до конца держать. Уж. Ну на ковре. На ковре не надо было свисток давать. Латуша видит Лугу дали. Да.
Константинова Дубовка, Сивит Солнце. Держи! 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 Константинова, Сильвита Псалтя. Категория 35 килограмм. Стоп. Время на двух лях. Губы сидит в салфе. 7-2. Шап тебе. Повтори на центру. Забухляк в губу. Забухляк в губу. Я боролся с этим. Я могу с ним бороться за третье место? Уже никак, правильно? Забухляк. Губу. Категория 34 килограмма. Сейчас был. Когда? Забухляк. Винчест. Винчест. Вот сейчас вообще... Второй со мной был на республике. А ты ему проиграл. А че дурак так прав? Я ему проиграл. Ну, который сейчас был. Поехали! Я проиграл. Вот этому итальянцу. Тоже подал. Вот этому красному итальянцу проиграл. Эй, нет! Ну, где? Нет, он был вторым. Первый был, да, итальянец, потом один с Геной Тольяц. Не, выиграл он. Это с Кулем. Ну, в лице спортивный вообще. Zeci la 10, ultima acțiune după calitate, învinge Strașenski Leonid. Zivit Pisaltea, categorie 34 de kilograde. Курятко, Тернополь, Соловок, Рыбница, Губу, Злодей, Джигел, Орфей, вот Тригатес. Джигел Константин, Андреевский Гильорик. На республиканских
не было. Коллега Турбин, президент Совета Турбин Андреевский, Штиги Цигел Константин Орбей. 14-15 сентября. 14 пентру 3. Редко держоку. Свободу рибницу. Губу владельцу. Дигел, Орфейс, Крикотец. Ну, далеко не бегайте. Пенатенция спортивной категории «Гриотак» 60 кг. Финала лута пентру локу 1 va avea loc astăzi, и благодарим, что пацаны, как требует с плечи. Марко Ион, Кацавейка Николай, Дмитрий Пшота. Финал в категории 60 кг. Вверх поднимай! Вверх поднимай! Вверх ногу поднимай! На лотерал, на лотерал, Костя! Пиши!
Держи! 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 Ты что ты? Контину, контину, контину! Иван, 2 минуты в контину прямо! Киру! А что же, стресс, 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 а что ты собака? Давай, давай, давай. Аплика, моя аплика. Ну, краску, краску мы. Давай, 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 давай. Стоп. Перед которым дресс рушил вверх. 30 секунд. 30 секунд. Давай! Есть, конечно, есть. Вышел на 2 балла. Скройся, скройся. Аплика, аплика. Тулу крест, тулу крест. Давай, давай, в руке тянись. Кразу, кразу, контину, кразу, ту, ту атаж. Три, запрыг, я просмирну. Апсус, цут, цут, цут. Давай, 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 ушел, блин. Давай, 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 капсус, капсус. Давай, 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 делай, делай, стоп, делай. Стоп, стоп, пинту, опять медленно, опять медленно. Уплазеру, скоро. Что, пошел на него толкай! Руку, руку вверх! Что ты ее оставил? И смог! На живот ушел! Ушел на живот! Ушел на живот! Мать так! Редко. Вот теперь на центр. Ладова едиця турніру групи лідери Крюлін. Судья Константин Андреевский Григорий. Через. Андреевский есть? Я тебе инвитацию дать открыть, у них хоть понакумать.
Ies din cauza voastră, le tătăm din nou meciul. La competiții serioase nici nu s-ați minte așa caz. Oh, my God.
opriți întâlnirea. Portat tehnic învinge Andreevski Gheorghe. Он же развернул его на спину, Trebuie acela care e antrenor să aibă respins covor. În atenția participanților, programul de astăzi a luat sfârșit. Vă rugăm să vă pregătiți pentru masă. La bazin fără antrenori, nici într-un caz nu plecați. Și păstrați disciplina. Mâine începutul la orele 9 dimineața. Luptul pentru locul 3 și locul 1. Aici pentru
Диджей, врубай. Дуй, Марио. Cu dânsul, ajută-ți tu ca televizorul și ala, numai știi unde a fost. Acolo. Я хочу сказать, что я не могу.